Тепло сюда. Да. Хорошо. Вот и все. После этого ты можешь делать настройку. То есть, смотри, точно так же будешь интерактивную сеточку, только большее количество. Получается эффект объема. Понятно? Да, то есть, мы выбираем, и все. Потом увеличивается и вытащивается. А вот подумай, есть текст, давай. Ставить символ. Текст, там, ставить знак символа, да? Выбрать мне Webmins или Windows, любой шрифт. То есть запятая, обычная запятая, только более гладкая. То есть ты ее туда переносишь и внутри делаешь то есть интерактивную заливку сеткой. Mm-hmm. Поняла? То есть из обычной запятой можно это сделать. Вот для обучения все-таки 12-я версия формулы, она более удобна. Mm-hmm. Вот смотри, вот самая обычная формула на лодочку похожа. Вот видишь? Самая обычная. Ты точкой щелчок, да, вот такая вот. Хорошо, все потихонечку. И внутри тоже градиентная заливка. Баночка. Вот инструмент градиентная заливка. Дальше выборочный цвет. Выбираем от желтого к оранжевому, допустим. И вот здесь маркер оранжевый цвет. Да. Между ними можно поставить, допустим, оттенок красного. Щелкни дважды. Быстрый двойной щелчок. Да, вот. Угу. Посмотри, и можно еще отделить, допустим, желтым цветом. Еще дважды щелкни рядышком. Так, желтый цвет. И можно передвигать, получая объем. То есть, смотри, ты двигаешь, видишь, изображение объемное становится, оно уходит в плоскость. Вот. Ну, тут можно варьировать. Дальше просто нажать ОК, и у тебя получится, то есть, и без цвета линии. Правой кнопкой мыши без цвета линии. Так, у тебя сейчас сеточка. Сетку нужно убрать. Да, то есть без сетки. Ага. Ты убрала залив. А тебе контур нужно. Правой кнопкой мыши на крючок нужно убрать. Смотри, выделить объект. Вот выделила объект. И вот так. Раз. Все. Вот тебе объемная точка. Волнуется. Не, ничего, все нормально. Так, теперь нужно смотреть. Воск стекает. Текст вставить символ. Выбрать запятую, тоже объемную сделать ее. И получается, что у нас получился такой интересный свет от свечи. Можно саму свечу немножко поярче сделать. Вот посмотри на нее. Смотри, у нее объем получился у свечи. Видишь, она не плоская, она получилась объемная. За счет чего? За счет и градиентной заливки. То есть вот сам прямоугольник свечи можно сделать объемным. Ну, давай попробуем. Возьмем прямоугольник, пусть этот остается рядышком. Ага, на рабочем столе можно. Угу. Так, да, заливка. Вот, заливка, инструмент заливка. Нажимаем. Так, допустим, переход от оранжевого или от желтого к оранжевому. Цвет выборочный. И здесь где-нибудь ограничитель красный поставь. То есть дважды щелкнуть вот здесь на объекте. Так, красный цвет. И отгородимся еще желтым. То есть еще желтый добавляем сюда в палитру. Так, все. А теперь вот можешь передвигать, у тебя будет эффект объема. То есть она у тебя идет все правильно. Вот, окей, нажму. Вот, смотри, что у тебя получается.
А вот капельки можно было сверху, то есть сделать ее просто обычный прямоугольник. Вот, то есть она более эффектно будет смотреться. Потом немножечко вазу нужно, вот саму вот. И она же не может быть, у нее там тоже обязательно есть какая-то плоскость. То есть вот смотри, например, на примере цветка, сейчас тебе покажу. Вот, например, смотри сюда. Вот у нас идет какая-то плоскость, да? То есть горшочек. Смотри, ты с этой стороны видишь ту сторону. То есть у тебя идет. А здесь у тебя получилось, что с этой стороны у тебя есть, а там ничего нет. То есть нужно что-то добавить, еще плоскость. Сеточкой сделать, интерактивной сеткой. И у него можно тоже сделать как подставку, иначе он, смотри, не будет держаться ни на чем стоять, он плоскость упадет. Указать. Как подставочка нужна, маленький, может быть, как полукруг, что-то такое, овал. Угу. Вот смотри, вот здесь искры, четко подставка. У тебя ее не беспокоит.